Спасите наших детей. С таким призывом обратились к журналистам агентства «Новый регион» жители и дачники поселка Садовый, что на северной окраине Екатеринбурга. Прямо посреди частного жилого сектора здесь проложена железнодорожная ветка. Поезда по ней почти не ходят, но некоторое время назад сюда стали отгонять на отстой вагоны. Так уже месяц в Садовом стоит товарняк, в составе которого 6 цистерн. Этот товарняк ожидаемо превратился в опасную детскую площадку. Мы здесь ничего не играли. А ровесники чем занимаются у вагонов? Залезают на них? Да, наверное? Залезают и крутятся. Прям наверх самые? А как крутятся? Ну, не бывает по поездам там, по кругу ходят. И смотрят в люк и бросают там что-нибудь. Железнодорожная ветка в Садовом является ведомственной, принадлежащей Уралмашзаводу. Когда-то Уралмаш еще производил гусеничную военную технику, по этой ветке изделия возили на полигон для испытаний. Позже ей стали пользоваться военные в тех же целях доставки техники на полигон Красный Адуй. Но учения или уничтожение боеприпасов случаются нечасто. И чтобы ветка не простаивала, ООО ПЖТ-55, предприятие железнодорожного транспорта, дочка Уралмашзавода, стало сдавать ее в аренду. То есть они Уралмашзаводу принадлежат? Они железной дороги. Они так стоят здесь. Данные, может, здесь. То есть это Свердловская железная дорога подразумевается, да? Ну они стоят тут, как бы. А ветка-то она сама принадлежит Уралмашзаводу, потому да. что, насколько мне известно. Ветка, да. Уралмашзавод. Они стоят здесь месяц второй. Да. У меня ребенок приезжает. Ну это слышно стоящим начальством разговаривать, я как бы тут просто работник и все. То есть это нормально? Следить за детьми надо, как бы, тоже, да? Так может быть убрать отсюда цистерны лучше? Как, а может дома строить? Убрать, как бы, тут дорога вообще-то железная идет? Поскольку жилые дома расположены по обе стороны, превращенные в тупик станции, местным жителям приходится ползать под вагонами. Бабушки, дети с этой стороны ходят, под вагоном ходят, проходят туда, на ту сторону, потому что дома с этой стороны есть, поэтому вход спереди и сзади, как бы, у нас получается. Было в том году... Дерево росло, метров, наверное, 3-4, с Уралмаша привезли. Она прямо как бы на вагоне стояла, и люди бросали мусор. Есть сады здесь, и лазают дети как бы туда. Там заходят, как бы сидят там, все бросают, там пиво пьют, молодежь. Поэтому как бы, и, соответственно, маленькие дети у нас. То, что владелец этих цистерн получит их назад наполовину наполненными мусором и камнями, это полбеды. Серьезная беда может случиться, если кто-нибудь из детей упадет внутрь цистерны. Дышать нечем, какие-то. Там угоришь, я говорю, за 10 минут все там. Смерть настанет. Точно угоришь. Запах идет. Пары, видимо, остались все равно внутри. Конечно, куда они делаются? Попытки рассказать о возникшей проблеме жителей Садового пока не увенчались успехом. Правоохранители и местная администрация пожимают плечами. Нарушения закона в отстое вагонов нет. Следующей инстанцией для обращения жильцов, видимо, станет Генеральная прокуратура России.